Давно собираюсь рассказать вам про вот эти шорты с Вастон. Мне очень нравится расцветка. Мне очень нравится расцветка тем, что это такой серый камуфляж, так сказать. Чем круто? Данный цвет очень хорошо сочетается с черными, белыми и серыми футболками. Вот, поэтому как бы можно использовать как базовые, так сказать, шорты и менять футболки, и это все будет стильно, клево. А по материалу он тянется вот немножечко. Вот. Чем это хорошо? Я в этих шортах легко катался на велосипеде. Вот. Все очень удобно, задница не протирается, ничего не трет, не жмет, они не рвутся. Вот. И мне это очень понравилось. Стирку выдержали на ура. Сейчас они, правда, все у меня в грязи, потому что на руках сидела собачка, которая купалась, а потом ползала по глине. Вот. Ну и плюс природа, сами понимаете, там где-то руки вытер, где-то еще что-то. Вот. Что еще в этих шортах прикольно? Ну как, давайте тут демонстрацию устроим. Парочка карманов. Карманы достаточно глубокие, удобные. Можно носить телефоны, все, что вам там надо. Вот. Есть еще вот такие два скрытых кармана. Один с этой стороны, один с этой стороны. Тоже удобно и телефончик положить, какую-то мелочь. Вот, я, например, даже сюда кладу небольшие, знаете, есть эко-торбочки, сумочки. Сюда ее аккуратненько сложил, положил, ее и не видно. А в магазин пришел, что-то купил, достал свою сумочку и пошел, собственно, по своим делам, не нанося, так сказать, природу окружающей среде, не покупая полиэтиленовые пакеты. И два задних кармана, они с клапанами. Вот, на одной клепочке. Просто такие тоже глубокие, классные. Вот, кошелек носить сзади очень легко. И я вот таскаю, мне очень нравится это дело. Потом, что еще? Что еще? А, еще есть вот такой маленький кармашек. Он тоже, так как ткань тянется, он немножечко, так сказать, как будто небольшая резиночка, что ли, в нем ощущается. Тоже можно положить либо маленький телефончик, либо еще какую-нибудь штучку. Можно, опять же, те, кто носит ножи с этой стороны, в этот карманчик спрятать ножичек. Вот. Также штаны имеют удобную длину, выше колена. В них не жарко. Если что, можно подкатать. Я подкатываю на один раз. Вот. Единственное, что когда подкатываете, вот эта подкладка, она немножечко выступает, ну, по крайней мере, у меня. Вот, выглядит, возможно, не совсем аккуратно. Но мне пофиг. Мне нравится. А приедут когда с поездки, я простерну их, высушу и покажу еще более детально на камеру, собственно, чтобы все это дело посмотрели. Обещал сразу же после стирки вам показать и не показал. Обманул. А почему? А потому что постирал и сразу одел, и сразу по делам, и куда-то там в путь. Вот. Ну, собственно, цвет после стирки не теряют, не садятся. Ну, по крайней мере, у меня ничего не село. Тут вот еще вам не показал, есть такие утяжки на велкро, для того, чтобы регулировать пояс, если вдруг они вам большие. Вот. Ну, а, собственно, все остальное я вам уже показывал. Классные, классные шорты, удобно на нынешнее лето, на сезон, самое то. Вот, так что рекомендую. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.